Радомля – это агрогородок. Здесь имеется вся структура социально обслуживания населения, имеется магазин, школа, имеется детский сад, почтовое отделение связи, дом культуры, ФАП имеется. Численность населения 309 человек. Агрогородок Радомля является самым древним населенным пунктом нашего Чауского района и, можно сказать, и Могилевской области. Согласно легенде, племя Радимичей, которое пришло на эти земли во главе со своим князем Радимом, решили обосноваться именно здесь. Во многих военных событиях, допустим, 16 века, очень часто упоминается Радомля, и в связи с вот этими военными событиями замок обычно сжигался, затем восстанавливался, но уже в 17 веке утратил свое вот это значение и, скажем так, потихонечку исчез. Есть такая легенда, что именно Петр I здесь проезжал мимо нашей деревни Радомля, здесь останавливался, отдыхал, пил кофе. Но я как-то проработал исторические документы. Реально в это время Петр I был в Рясно, с Рясно передвигался в Чаусы. Радомля он не мог никак минуть, поэтому вполне вероятно, практически 100%, что здесь и нога Петра I ступала. Вот. И кофе, наверное, был. И кофе, да, место даже до сих пор называют Каупита, у нас небольшое озеро. Местные жители связывают с тем, что здесь пили каву. В то время называли так у нас на Беларуси. Вполне вероятно. Старые люди рассказывают, правда, их на сегодняшний день осталось совсем уже немного. Во все вот такие трагические времена, моменты, появлялась мара, которая как бы предупреждала. Это было и во время Великой Отечественной войны, это было и перед Чернобыльской аварией. А вот еще легенда такая ходит у нас. Когда-то вот эту гору хотели поравнять, выровнять. И, значит, в то время, когда хотели это сделать, люди издали видели, как у горы большой костер, большое зарево было. И возле этого зарева собиралось очень много людей. И как только приближались люди к этой горе, все это видение исчезало. И так повторялось несколько разов. И поэтому решили оставить эту гору без изменения. Здесь кто захоронен, пусть и покоится в мире. Танцевали мы гопак, танцевали гуською. Поглядите за гусляк, скачем белой гуською. Туп-туп, чаговик, не янися. Туды-сюды, чаговик, повернися. Моего братика зовут Сережа. Сколько же лет Сереже? 3. Как дела, Сережа? Нормально. Любишь песни петь? Люблю. Шарик. Ой, молодец.
достать, может? Это великан у меня. Ого! Так это же не кролик, это же целый слоненок какой-то. Девочка? Это девочка. Ах, я тоже хочу так лежать на солнышке. Готовим будем ням-ням. А что с таких грибов готовится? Что у вас там вообще в корзинке? Расскажите нам, городским людям. Грушь черная, это самый вкусный, по-моему. Да. Тут боровики, подосиновики. Ну, я каждый год 4-5 центнеров собираюсь, у меня до-до-до. Просто я живу тут с лесом, этот лес растил. И знаю, где что, где какая живеленка, где какие грибы. Я не шукаю их, я их хожу, собираю. Сколько у вас гусей? 9. И все красивые? Покажите, с чем идете? С опятами. О, покажите. Мы на слово не верим, только посмотрим. Ого, и правда опята. А у вас? И у нас такое самое. Хватает грибов. Что здесь еще хорошего? Ягоды есть, и что тут, и малина есть, земляника луговая есть, черника есть. Чего хватает? Хватает чего. Огород вот дошли 5 копеек. 1928 года выпуска. Советская? Советская, да. Пролетарии всех стран соединяйтесь, да, написано? Написано. СССР. Находили польские деньги, находили. А что у вас такой денежный огород? Здесь, наверное, что-то такое было в древности. Здесь стоял костел, а здесь были строения от костела. Монахи жили, короче, еще тут. Когда копали фундамент под школу, делали, еще фундамент выкопали польский. С костела. Так может, и вам надо глубже копать? Может быть, там клад, хозяин? Может быть, и клад лежит. Но пока вам нужна картошка. Да. Вот этой веревке 37 лет, когда мы приехали и сразу посадили. Ой, такая выросла за нашу жизнь, такая березка. Красавица. То есть ваша жизнь как березка? Да, как березка, все нормально. Березка красавица, и я вместе с ней, и все. Дюля, Дюля, Дюля. Что бы вы пожелали деревне Радомля? Ой, чтобы она трошку помолодела. Чтобы она помолодела, чтобы молодежь больше оставалась, ну, чтобы заинтересовали чем-нибудь нашу эту деревню Радомля, чтобы что-нибудь тут построили, чтобы молодежь оставалась, чтобы она молодела, не старела.
пожелать людям прежде всего здоровья, достатка в семьях, долголетия. Говорится, мир на небо над головой.